أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья, сестры, гости, уважаемые алимы, которые приехали на наш маджлис. Позвольте вас всех поприветствовать на баракатной земле города Буйнакск, на республиканском маджлисе алимов. И изюминкой нашего маджлиса, дорогие братья, является то, что это маджлис памяти великого человека, шейха Саида Афанди, Куддиса сирруху. И, иншаллах, рахман, в первую очередь, дорогие братья, давайте воздадим хвалу Всевышнему Аллаху. Ведь Всевышний Аллах не был обязан дать нам такую возможность сегодня собраться здесь все вместе и говорить о религии. Но Всевышний Аллах по своей милости дал нам такое великое благо. Первое, то, что мы, как благодарные рабы Всевышнему Аллаху, должны делать, это воздать хвалу, шукру, Альхамдулиллах, хамдан юафи ниамаху ва юкафиу мазида. Также, дорогие братья, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе говорит, иннамал а'малу биният. Поистине, деяние зависит от их намерения. Два человека, они могут прийти на маджлис, один может получить только усталость и трата времени, а другой может уйти с этого маджлиса с большой пользой, с большим багажом знаний, если у него правильное будет намерение. Поэтому все вместе, иншаллах, рахман, дорогие братья, делайте искренне чистое намерение только ради Всевышнего Аллаха, чтобы получить знания. Мы здесь собрались и здесь находимся. Также, находясь в мечети, еще одну сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, вспомним, это и'тикаф. Делайте намерение на и'тикаф, пока вы будете находиться здесь. Иншаллах, рахман, за это тоже вы будете получать вознаграждение. Дорогие братья, в каждом мероприятии, мы уже знаем, у нас такой адат есть, мы начинаем с чтения Кур'ана. И для чтения Кур'ана мы приглашаем на сцену нашего брата Мухаммада Хафиза, человек, который знает наизусть Кур'ан, проходил изучение Кур'ана в Египте, участвовал в разных конкурсах, иншаллах, рахман. Сейчас мы все вместе его послушаем. Мухаммад, вам слово. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ابيضت وجوههم Дорогие братья, для нас первым с приветственным словом, иншаллах рахман, выступит заместитель муфтия Республики Дагестан Ахмад Мухаммадов. Ахмад Мухаммадов, вам слово. Бисмилляхи рахмани рахим. Алхамду лиллях. Вассаляту вассаляму аля расулиллях. Амма баъд, уважаемые братья, уважаемые сестры, в первую очередь хотел бы всех вас поприветствовать наилучшим приветствием от нашего муфтия Ахмад Хаджи Афанди. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья,
В одном из хадисов, который передал имам Тирмизи, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллима, говорил: «Ман акаля тайибан, ва амиля фи сунна, ва аминан насу баваика, дахаля джанна». Тот, кто кушает, употребляет чистое благое, делает амал согласно сунне пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и не притесняет людей, он войдет в рай. В этом хадисе вот есть указание, что человек, который поступает согласно сунне пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, который идет по пути пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, войдет в рай. Но, к сожалению, в наше время многие люди, многие наши братья и сестры, вместо того, чтобы идти по пути пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, сами придумывают разные адаты, разные обычаи. С этими адатами они сами себе затрудняют жизнь. Вот наша религия, она легкая. И в хадисах говорится: «Ясиру аля туасиру», вы облегчаете, не затрудняете. И люди, когда следуют этим адатам, да, которые и в похоронных обрядах, и в свадебных обрядах, разные вот эти обычаи придумывают, за ними следуют и себе затрудняют жизнь. Однажды в одну из мечетей Махачкалы пришла женщина. Она обратилась для того, чтобы для нее сделали сбор. Вот каждую пятницу в мечетях бывают сборы делают. А причина была такая, что у нее умер муж, и из-за этого она попала в долги. Вот представьте, дорогие братья, муж умер, и следуя за вот этими адатами всякими, да, насколько, вот какие адаты были, что она попала в такие большие долги и вынуждена была обратиться за помощью. И вот по этому поводу хотел бы рассказать некоторые порицаемые адаты, которые у нас в Дагестане распространены в некоторых селах и городах. И первый из таких адатов, который во многих местах распространен, где-то уже от него избавились, это вот когда люди проводят собрание для того, чтобы отметить 40-й день после смерти человека, 52-й день, 7-й день и так далее. Вот маулиды читают, зикру делают, это очень хорошее действие. Это, за это, иншаллах, человек получит вознаграждение. Но когда вот эти маджлисы, маулиды, зикру связывают именно с этими датами, 40-й день или какой-то день, то, что не пришло в шариат, это порицается, это не дозволяется. Нам не разрешается уподобливаться традициям неверующих людей, дорогие братья. Следующий момент, который также распространен, это когда женщины вот, соблюдают траур по своим родственникам целыми годами даже, месяцами и годами соблюдают траур, в то время как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, это в достоверных хадисах передается, Аль-Бухари и Муслим передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ла яхиллю ли имраатин тумину биллахи ва ляумил ахир ан тухидда аля майитин фаука салас». Не дозволяется женщине носить траур, соблюдать траур, так, той женщине, которая верит в Аллаха и в судный день, более 3 дней, кроме как за мужа. А за мужа она должна соблюдать траур 4 месяца и 10 дней. И вот когда у женщины умирает, например, брат или сын, или какой-то родственник, вот многие женщины годами этот траур соблюдают. А это является недозволенным.
Вот нашим сестрам лучше будет следовать по пути пророка, саллиллаху алейху салям, чем по пути этих адатов и по пути шайтана. Также еще одна такая проблема, когда вот для выражения соболезнования наши женщины отправляются без махрама, да, без близких родственников, в далекие села, города, чтобы выразить соболезнования. Мы знаем, вот сафар женщины без махрама, особенно в шафиитском мазхабе, очень строго это запрещено. И очень много разных проблем и фитн возникают, когда женщины вот так без махрама ездят. Далее, следующая проблема – это расходование имущества человека, да, после смерти у которого остались сироты, ятимы. И вот, например, человек умер, у него остались дети-сироты. Вот его имущество расходует на садака. Мы знаем, вот имущество сирот, у них бывает опекун, который строго на них расходует это имущество. И когда они достигают совершеннолетия, тогда уже это имущество вручается им. И, например, если у покойного человека жена и остались взрослые дети, они могут, конечно, свою долю расходовать. Но только после того, как отделили. То есть по шариату у каждого своя доля полагается, наследство. А вот у нас на этот момент очень не обращают внимания. Да, вот следуя этим адатам, это имущество не смотрит. Имущество сирот или кого, вот следует этим адатам и тратит это имущество. Вот, по поводу этого есть аят в Священном Коране, где Всевышний Аллах говорит, بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. В этом аяте Всевышний Аллах говорит: поистине те люди, которые употребляют, питаются имуществом сирот без права, без шариатского права, то эти люди питаются в своем желудке огнем. И они, говорят, войдут в ад джаханнам. Поэтому на этот момент нужно очень большое внимание обратить, дорогие братья. Также из порицаемых адатов, то, что у нас распространено, когда покойный человек, да, у него имеются долги перед Аллахом, перед людьми, не отдавая эти долги, не уплачивая эти долги, которые есть у покойного, вот его наследники просто раздают садака, добровольное пожертвование, следуя адатам. Вот садака делают, вот некоторые люди говорят, вот алимы запрещают садака. Алимы, ученые не запрещают делать садака. Садака делать надо, и это хорошо, но его нужно делать правильно. Его нужно делать согласно шариату, не по адатам. И есть порядок. Сначала нужно расплатиться с долгами покойного. Если достаточно имущества, чтобы с этими долгами расплатиться, тогда только нужно делать садака. А ведь если у человека долги, он в рай не войдет. Даже в хадисах говорится, если шахидом даже умрет человек, он в рай не войдет. И человек, у которого много есть, например, пропущенных постов, которые он не возмещал, имел возможность совершить хадж, не совершил. Вот человек, если мог совершить хадж при жизни, не совершил и умер, он умирает фасиком, грешником. Значит, надо за него совершить хадж. Это тоже расходы. Надо за него уплатить мудды, да, штраф, который идет за невозмещение вовремя постов. Это все не делая, просто садака раздавал, обычно это женщины управляют. Вот во многих местах просто для адата раздают пшеницу и рис всем, кто пришел. Всем, кто пришел, же не раздают этот, если кафарат муду плачут, это нужно именно нуждающимся, факирам, мискинам отдавать. Вот ради вот следования за адатом и себе затрудняем жизнь, и покойному тоже пользы не бывает.
Вот на этот момент нужно обратить внимание, дорогие братья. Также следующий из порицаемых адатов – это украшение могил. Вот особенно в городах бывает, ну и в некоторых селах тоже, дорогие могилы, дорогие плиты вставляют, мраморные плиты. Даже умудряются некоторые фотографии ставить. Бывают даже фотографии, там женщины, которые не прикрыты. Вот таким образом, это все является порицаемым адатом. Это не дозволяется, дорогие братья. Далее, следующий из адатов, это, конечно, в основном женщин касается, да, причитание, рыдание, когда громко плачут, да, при смерти родственников и так далее. Но даже в некоторых местах есть такое, что даже мужчины плачут. Даже такой адат есть в некоторых селах. Вот просто, если умер близкий родственник, да, тихо плакать, слезы идут, это же не запрещается. Но когда человек орет, кричит, рыдает, это порицается, дорогие братья. Далее еще бывает такое, в некоторых селах специально даже приглашают женщин, чтобы они причитали, чтобы они плакали. Специально приглашают, им дают подарки, да, определенные. Это тоже, конечно, порицается. И брать то, что они берут, и у них, значит, использовать то, что они берут, это вообще не дозволено. Еще такое у нас распространено, да, когда мы видим, что один человек, какой-то, допустим, состоятельный человек, при смерти родственника он расходует имущество, да, делает много садака. И другие тоже, видя это, хотят быть не хуже него. Вот так же стараются, уже не ради Аллаха, просто чтобы хуже него не быть, ради адатов тоже расходуют имущество, то, что им даже не по карману. А ведь каждый человек должен делать садака по своей возможности. По своей возможности надо делать садака, дорогие братья. А еще есть такой адат, когда отлаживают захоронение покойного после того, как выкопали могилу, омыли тело, завернули саван, сделали джаназа намаз, все равно его не хоронят, ждут, пока за него там Коран не закончат читать, или кто-то там из Сибири, какой-то родственник должен приехать, ждут. Это тоже неправильно. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нам указывал, что мы быстро готовили и хоронили умерших. Также еще из тех адатов, которые распространены, это синокос на кладбище. Вот могилы, именно над самой могилой, если есть свежая трава, деревья, их имам Ар-Рамли говорит, нежелательно убирать, а Ибн Хаджар, рахмаллаху, говорит, даже это харам. Именно свежая трава и деревья, они от того, что они читают тасбих, есть от этого польза для покойного. То, что вокруг могил на свободном месте, конечно, можно убирать. Но именно то, что на самих могилах нельзя или же нежелательно, да? И когда они высохнут, можно это тоже убирать. На этот момент тоже не все обращают внимание. И еще одна такая очень плохая традиция у нас возникла. Это когда на соболезнованиях вот люди сидят несколько дней, делать нечего и занимаются гыбатом. Обсуждают и политиков, и спортсменов, и алимов, кого угодно обсуждают. И всю глобальную политику тоже обсуждают на этих маджлисах. И в итоге получается, да, вот соболезнование, пришел человек на соболезнование, это же хорошее дело. Вот целыми днями там сидят, столько гибата делают, обсуждают и так далее. И в итоге с целыми мешками грехов возвращаются обратно. Вот вроде бы хорошее дело, но совершив много грехов, возвращаются эти люди. Вот на этот момент, дорогие братья, и мертвого практически не вспоминают. Покойного человека мало кто вспоминает на этих собраниях. Вот все время кого-то обсуждает. Вместо того, что мы же должны вспоминать про покойного, раз мы пришли делать соболезнования, читать за него
определенные суры, зикр, салават, отдать ему вознаграждение. Вот таким образом нужно проводить такие маджлисы. Еще такой момент. Вот у нас бывает, что когда человек умер, много людей собирается. Стоят там, ждут, пока его омоют, завернут саван. Но когда на джаназа намаз, вот джаназа намаз, за упокойную молитву, когда нужно делать, там вообще мало людей бывает. 3, 4, 5 человек бывает, 10 человек. А люди стоят там на улице, 100 человек стоит. Самое ценное вот деяние, да, то, что мы можем совершить за покойного, это же есть джаназа намаз. Если мы переживаем за нашего покойного, если мы его любим, неужели мы не можем совершить за него джаназа намаз? Даже те, кто не может, надо научиться совершать этот намаз. Еще есть такой момент, когда вот на кулгу собираются люди, вот на кладбище читают. Там тоже очень много людей собирается. А на намаз совсем мало людей приходит. Вот утренний намаз, после утреннего намаза читают кулгу. Также после обеденного намаза. В мечети там единицы приходят, а туда на кладбище сотни людей, да, 100-200 человек может прийти. Это о чем говорит? Эти люди, они приходят туда, на кладбище, не ради Аллаха. Это не ради Аллаха они делают. Ради адатова они это делают. Посещать, да, могилы, читать Коран, это хорошо. За это есть вознаграждение. Но джамаат намаз, посетить джамаат намаз, это же в 1000 раз лучше. Это же более важнее посещение коллективной молитвы. Дорогие братья, пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам тауфик. Пусть Аллах избавит нас от рабства этих адатов, сделает нас истинными рабами Всевышнего, даст нам тауфик идти по пути пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Вальхамду лиллахи раббиль аламин. Баракалла. Пока здесь нам заместитель муфтия рассказывал о адатах, одну историю вспомнил. Один имам рассказывает, в одном селе умерла, говорит, одна такая женщина, богатая женщина, то есть из богатой семьи. И там женщины не могут успокоиться, мне сказали, говорит, попросили прийти, чуть так выступить с успокоительной речью. Я, говорит, прихожу туда, смотрю, только хотел, говорит, что-то сказать, как только зашла одна женщина, говорит, и упала. Он говорит, я даже испугался, говорит, думал ей помочь, там, что с ней случилось. В этот момент, ну там же все из богатой семьи люди сидят, в этот момент заходит другая женщина, смотрит, она лежит, и она тоже, наверное, додумалась, та тоже упала. Увидев то, что она упала, там третья, которая стояла, та тоже упала. Обморок. Родственницы этой женщины спокойно сидят. Эти, которые пришли туда, они хотели показать, насколько они сильно переживают за их мать. И он говорит, я подумал, что здесь мне уже слово говорить не нужно. Им есть, кто их будет развлекать, там целый театр, говорит, идет. Поэтому, дорогие братья, в угоду людей, чем жить, лучше жить так, чтобы нами был доволен посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, да поможет нам всем Всевышний Аллах в этом. Сейчас мы предоставляем слово, дорогие братья, помощнику муфтия Мухаммад Расул Саадуеву. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамду лиллахи раббил аламин. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дай Аллах, чтоб Всевышний возвысил степени шейха шахида Саида Афанди Куддиса Сирруху и продлит жизнь нынешним
нашим шейхам и сделает нас из числа верных последователей их пути. Сегодня просьба была затронуть одну из очень наболевших проблем, катастрофических проблем, которые особенно за последнее время приобретают очень устрашающие масштабы. Это распространение наркомании в обществе. Что-то в обществе не распространится без вины всего общества. Все общество прямо или косвенно бывает виновно в распространении того или иного греха. Во времена Бану Исраиля, когда Всевышний Аллах повелел погубить один народ, ангел пришел, Всевышнему говорит, среди них есть человек, который не совершает этот грех. «Бихи фабдау», сказал Всевышний Аллах, «с него и начинайте губить этот народ». Почему? Потому что он молчал, потому что он не боролся против распространения того греха. Поэтому мы все прямо или косвенно имеем причастность к распространению этого явления, этого греха в том числе, так же, как и другие грехи. Прежде всего, конечно, хочу начать с положения, шариатского положения относительно наркомании, употребления наркотиков. Потому что, когда человек, будучи мусульманином, совершает тот или иной грех, для того, чтобы первый способ, одним из таких самых распространенных способов уловок шайтана для втягивания этого раба Аллаха в тот тяжкий грех, это попытка снизить величину этого греха. Попытка, то есть шайтан очень много приемов применяет для того, чтобы этот человек оправдал для себя тот грех, который он совершает. Среди этих оправданий много есть разных способов, разных оправданий. Одним из таких оправданий, что где-то, что вот он пытается сделать различие между алкоголем и употреблением наркотиков. Что наркотики – это не алкоголь, а запрет касается алкоголя, употребления алкоголя, ибо речь идет в Священном Коране «хамр». Кто-то смело говорит, где об этом написано и так далее. Ученые всех четырех мазхабов этой уммы, улямаи, все единогласно приняли решение о запретности употребления наркотиков, приняли решение о тяжести этого греха. При этом есть сравнительное право, шариатское право, которое однозначно указывает на то, что мы не можем делать никакого различия между жидким, сухим, чем угодно, все то, что причиняет вред разуму человека, оно запретно. Наш господин Умар, радиаллаху анху, выступая на мимбаре посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма, он для того, чтобы исключить, конечно, и в его времена были те люди, которые пристрастились в свое время к алкоголю и при этом старались это называть разными названиями, ибо хамром было, под словом хамр подразумевало общество тогда что-то, но тогда начали применять и финики, и виноград, и разные
продукты, фрукты и так далее, для того, чтобы из него сделать вино. И тогда Умар, радиаллаху анху, выступил и сказал, перечислил все то, что люди в то время, из чего делали хамр, вино, алкоголь. Он сказал, это запрещено, и сказал, «Аля куллю ма хамара л'акля фахуа хамрун, аля куллю ма хамара л'акля фахуа хамрун». Воистину сказал он, все то, что одурманивает разум человека, это хамр. То есть все то, что о хамре сказано в Священном Коране и в сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, это запрещено, это и есть хамр, ибо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что воистину Всевышний Аллах за хамр, за алкоголь проклял того, кто его изготавливает, продает, того, кто ведет учет. То есть в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не оставил ни одного человека, который бы имел и даже косвенное отношение к распространению, к продаже и так далее алкоголя. Все они прокляты Всевышним Аллахом, сказано в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И также все те, кто причастны к распространению, изготовлению, одобрению. То есть любой человек хотя бы каким-то косвенным своим действием причастен к распространению и алкоголя, и наркотиков, он проклят Всевышним Аллахом, и его участь незавидна ни в этом дунья, ни в ахира. Еще раз говорю, общество все целиком виновато в том, что сегодня мы имеем такую ситуацию. Те люди, которые по долгу службы обязаны следить за порядком в этой области, в этой сфере, также порою оказываются причастными как раз-таки противоположному, то есть распространению употребления наркотиков. Поэтому, дорогие братья, очень важно сегодня, конечно, здесь говорить о том, о мерах избавления всего нашего общества и борьбы с этим явлением. Это очень колоссальная, это большая задача, которая стоит перед всем обществом, начиная с вышестоящего чиновника и до последнего, до каждой домохозяйки. Давайте сегодня поговорим о тех причинах, которые кроются в том, которые кроются за наркоманией. То есть, почему молодые люди прибегают к наркотикам? И как же их защитить? Как их защитить? Давайте об этом будем говорить, потому что Всевышний Аллах говорит: «Худу хидраком», берите, будьте осторожны, берите, предпринимайте меры защиты. Нет ничего лучше профилактики, нет ничего лучше своевременной защиты, ибо каждый родитель буквально неожиданно узнает об этом известии только тогда, и, как правило, только тогда, когда дело заходит очень глубоко, когда уже очень тяжело будет вытащить своего сына, своего ребенка из этой рутины. Поэтому в первую очередь виновата любовь родительская. Родительская слепота к недостаткам своих детей. Когда родитель думает, что кто угодно, но не мой сын, не моя дочь. Поэтому объективность – это непременная черта мумина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, мумина из одной норы дважды не укусят. Поэтому любовь должна быть. И при этом и доверие должно быть. Мы доверять должны друг другу, каждый член семьи друг, но при этом одним глазом любить, другим глазом наблюдать, быть всегда начеку. Всегда во всем считать, прежде чем оправдывать, начните подозревать. Излишние подозрения в таких случаях не будут лишними. Одним из причин, конечно, нашей молодежи является
отсутствие, то есть самый основной фактор, который может защитить наше подрастающее поколение и от наркомании, и от всего остального, это религиозный фактор. Это чувство богобоязненности, религиозное воспитание, религиозное знание. Это очень важно, это то, что защитит в первую очередь ваших детей, наших молодых, и в то же время обеспечить им счастливое будущее, не только в вечном мире и в этой жизни. Что же получается относительно религиозного воспитания? Мы, да, с удовольствием за руку тянем маленьких детишек и заполняем мечети, но когда уже ребенок наш растет, становится юношей, мы на него смотрим другими глазами, мы смотрим в первую очередь, думаем о его будущем материальном благополучии и боимся выделить несколько лет из его жизни знанием ислама. Как будто бы он весь мир упустит, и мы обрекаем его на нищету, если он станет алимом, если он получит знания. Вот этого бояться не нужно. Сегодня, к сожалению, наблюдается такая тенденция. Все меньше и меньше становятся популярными религиозное образование. Ильм становится менее популярным. Как же вы, родители, ответите перед Всевышним Аллахом? Как вы ответите перед Всевышним Аллахом за своих детей, если у вас несколько сыновей, если хотя бы одного сына в семье вы не посвятите знаниям, не отдаете в руки алимам, чтобы он стал алимом? Как ответите за это перед Всевышним Аллахом, когда есть столько мадраса, сколько строится, сколько муаллимов, улямаов, столько возможностей? Я помню, один из шейхов, к нему пришел отец и говорит: у меня, я хочу, говорит, устроить своего сына на такую-то должность, мушавара, на какую-то там, окончил он школу, технический какой-то университет, и пришел к устазу, говорит: как мне быть, хотел устроить его на хорошую работу, для этого сделать мушавара. Он говорит ему: у тебя сколько сыновей? Как ты перед Аллахом ответишь за то, что ты хотя бы одного сына не посвятил знаниям? После окончания школы и после окончания этого вуза этот человек послушался устаза и отдал этого сына на обучение ильму, и он стал большим алимом. И очень хорошо живет. И он известный человек. И кто знает, знает эту историю. Никто не стал нищим, будучи алимом, который взял знания ради Всевышнего Аллаха. Конечно, религиозное воспитание, религия – это самая лучшая защита. Будучи религиозным, обладая религиозными знаниями, если даже и стал, это, наверное, один из тысячи, и еще больше, наверное, стал наркоманом. Наркоманами там не становятся. В этих зданиях, в мадрасах, в институтах наркоманами не становятся. Поэтому не жалейте своих детей, отдавайте их знаниям. Если вы хотите, чтобы он дальше стал каким-нибудь, получил профессию, сегодня не время высшего образования для того, чтобы получить. Раньше государство после высшего образования направляли и обеспечивали работой. Сегодня человек, который имеет несколько высших образований в разных сферах, он занимается совсем другим делом и богатеет, и зарабатывает совсем другим делом. Поэтому ильму их не лишит дунья. Отправляйте детей учиться. Только-только начались занятия в институтах. Еще не поздно отправлять. Ради вас заново откроют прием. Заполняйте, переполняйте эти храмы знаний. Нет ценнее этого ничего. Почему? Это же беда, если приходится исламскому вузу делать рекламу. Вот у нас такие условия, у нас это, у нас то. Позор и стыд для нас, если честно и откровенно говорить. Следующее, конечно, это плохие друзья.
выдал. Родители должны знать. Ученые изучили и говорят следующее. Вот насколько на молодого человека влияет учитель, родитель, и насколько на него влияет его друг. Они вывели и сказали, минимум 60% влияния на молодых людей оказывают их друзья, а остальное только родители. И поэтому пристально, внимательно следите за тем, за поведением, за тем, с кем дружит ваш сын, ваша дочь. Это друг моего сына, друг, подруга моей дочери, все, они не ангелы. Следите внимательно, узнавайте, кто он, почему ты с ним дружишь, чему ты у него учишься. Поэтому это очень важно. Влияние плохих друзей – это очень важно. Следующее, дорогие братья, это когда мы на учебу ли, на работу ли, слишком молодого, слишком неподготовленного к самостоятельной жизни своего сына отправляем далеко от дома. И мы не знаем, чем он занимается. Поэтому мы должны быть внимательными к ним. Следующее – это свободное время. «Аннафсу иллям тушгильха бильхакки шагалатка бильбатл» сказано. Если, говорит, ты свой нафс не займешь чем-нибудь полезным, твой нафс тебя обязательно займет дурным и противоречивым. Поэтому следите за тем, чтобы ваши дети всегда оставались занятыми, чтобы они всегда чем-то занимались, трудились. Если вы ничего даже не знаете, дайте какую-нибудь брошюру хотя бы, пусть он это хотя бы прочитает. Если он не умеет читать Коран, просто полезную какую-нибудь литературу на русском языке, дайте ему задание. Вот отсюда до суды прочитай и скажи мне, о чем в этой книге написано. Хотя бы так занимайте. Дайте в руки лопату. Займите детей чем-нибудь. И, конечно, в заключение хочу сказать, что может быть причиной того, что дети уходят из-под нашего контроля, это семейные, внутрисемейные проблемы. Когда между мужем и женой всегда ссоры, споры, истерики, это тоже становится причиной отхода наших детей из-под нашего контроля. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он защитил наше подрастающее поколение, чтобы переполнил их сердца иманом, любовью ко Всевышнему Аллаху, ибо сегодня защита только в нашей религии, в нравственности и в ценностях этой религии. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы сейчас предоставим слово для выступления доктору наук и имаму селения Черкей Абдул-Хаджи Ацаеву. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجميع братья وجميع сестры пусть Аллах Таала сделает это мероприятие причиной смывания грехов многих плохих маджлисов, которые, к сожалению, у нас часто получаются намного больше, чем такие благодатные маджлисы. Говоря об наркомании, об этих плохих адатах, которые портируются шариату, говоря о тех пагубных действиях, которые делают мусульмане, которые делают наши дагестанцы, о том, как наши дагестанцы совершают то, что Аллах Таала запретил, и они перешагивают через границы шариата, как они не совершают намаз, мы о ком говорим? Мы говорим о мусульманах, о детях, рожденных в семьях мусульман, у которых родители мусульмане, отец и мать, и дедушки, бабушки мусульмане. И мы не говорим о людях, которые вообще ничего об исламе не знают, мы говорим об людях, которые знают об исламе, потому что, к счастью, в наше время знать об исламе очень легко, ибо источники об исламе очень много, например, газета «Ас-Салям», или же книги, написанные нашими алимами на и переведенные на русский язык и языки народа Дагестана. Проповеди, которые имамы читают каждый день, каждый пятничный день на мимбарах. Также
изучая науки исламские в медресе и институтах. То есть мусульмане знают наверняка, ну, не все, то хотя бы большинство о запрещенных действиях. Они знают, что употреблять наркотики запрещается. Они знают, что употреблять алкоголь запрещается. Они знают, что давать и принимать риба, проценты банковские запрещаются. Они знают, что оскорблять других, делать гибет, унижать своих братьев, воровать, кого-то бить. Это все запрещено, шариат. Они знают, что совершать намаз обязательно, обязательно совершать его с исполнением всех его условий и арканов. Но тем не менее, зная все это, они когда мы говорим «они», это мы говорим о себе. Ибо каждый мусульманин перешагивает через свои знания и совершает те или иные запрещенные действия. Не обязательно, чтобы мы, каждый из нас, употреблял наркотики или же алкоголь. Каждый из нас совершает такой грех, как гибет, хотя мы знаем, что это запрещено. Каждый из нас в своем пропитании не особо соблюдаем за запрет или же дозволенность того или иного источника пропитания. Каждый из нас оскорбляет своих товарищей, друзей, родственников, жен, детей и так далее. Это почему так происходит? Потому что наша вера, она не полностью заполнила наше сердце. У нас уста верующие, уста, но в сердце у нас таква, богобоязненности не полно. Наше сердце не заполнило этим, не заполнило любовью ко Всевышнему Аллаху Та'аля. Наше сердце не заполнено любовью к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и его сунне. Наше сердце частично заполнено ими, но большинство, оно заполняется любовью к мирскому, любовью к самому себе. Оно находится под властью шайтана, под властью иблиса. Поэтому мы, будучи мусульманами, позволяем для себя те или иные запрещенные шариаты поступки, из-за которых мы должны днями, вечерами и ночами просить у Аллаха Тааля прощения, делать истигфар. Вот поэтому мы, если мы верим, а мы верим, альхамдулиллях, что мы после смерти будем воскрешены и будем спрошены, и нам придется отвечать за содеянное. И после ответа нас ожидает один из двух домов. Либо же это джаханнам, но, альхамдулиллях, мы надеемся, что мы попадем в рай. Или это, иного там нет. Поэтому, дорогие братья, мы должны стараться, чтобы заполнить свои сердца любовью ко Всевышнему Аллаху Та'ала. Даже хотя бы если не заполнять полностью, хотя бы усиливать, умножать, сделать его больше. А какими средствами можно это заполнять? Можно ли просто читая ильм знаниями, просто знаниями? Этого недостаточно, потому что мы уже сказали, что мы имеем знания, но вместе с этими знаниями перешагиваем через них. Нам необходимо заполнить свое сердце любовью к Аллаху Та'ала, часто его вспоминая. Вспоминание Аллаха Субханаху ва Та'аля, это является тем инструментом, или так, как я бы сказал, тем, что заполняет любовь в наше сердце. Вот специалисты, медики, врачи знают, как исцелить ту или иную болезнь. Они знают, как лечить какие-то. Например, кардиолог знает, как лечить сердце. Терапевт знает, как лечить желудок и так далее. А хирург знает, как отрезать руки и ноги и так далее. А как заполнять сердце любовью, знают специалисты по этой области. А эта область занимает тасавуф. Этой областью занимаются ахлю тасавуф и шейх тариката. Это так принято. Не в наше время это так принято, а со времен сподвижников, то есть табиинов. Сподвижники сами были самыми лучшими суфиями и не нуждались в других. У них пророк был, алейхиссалату вассалям. Вот этот инструмент дикру, что является именно тем, что заполняет любовь, сердце любовь к Аллаху Та'ала, говорит Хасан Афанди Кадасалу Сирову.
Хасан Афанди – это один из величайших врачей больных сердец, духовных болезней. Он один из величайших специалистов по теме заполнения сердца любовью к Аллаху Та'аля. Он говорит: «Зикру умер хабуни Аллаху тлицикунил». Вот раз махлярочу махлухаги хабулил. Это на аварском. «Зикру умер хабуни». Когда ты часто вспоминаешь Аллаху Та'аля, когда ты делаешь часто зикру, Аллаху тлицикунил, это становится причиной увеличения любви к Аллаху Субханаху Та'аля. То есть увеличение зикра – это инструмент, который заполняет наше сердце любовью к Аллаху Та'аля. И он продолжает. Вот раз махтаражу махтуха гихавулем. И когда тот, кого ты любишь, от тебя что-либо требует, ты это с радостью исполняешь. Как он говорит? Как он это от нас требует? То есть, когда человек посредством зикру полюбил Аллаху Та'аля, и когда его сердце заполнилось этой любовью, он исполняет все предписания Аллаху Та'аля так, как он предписал. Получается, для того, чтобы мы не перешагивали через границы шариата, для того, чтобы мы исполняли предписания Аллаха, Курана и Сунны, для того, чтобы мы любили Аллаха и Субханаху Та'аля, Пророка, саллиллаху алейхи салям, нам необходимо его вспоминать, читать зикра, читать его таким образом, как нас учит этому наши шейхи. Почему так, как этому учат шейхи? Потому что шейхи являются именно специалистами этой области. Мы же, когда у нас сердце болеет, не обращаемся к строителям, не обращаемся к милиционерам, мы обращаемся к кардиологам, даже не к любому врачу, а именно к врачу, который является специалистом в этой области. То же самое, в религии тоже есть специальности, разные направления. Например, в вопросах вероубеждения мы к кому обращаемся? Обращаемся к ученым по акиде, по каляму. А когда у нас возникает вопрос шариата, как совершать намаз, внешний вид совершения, как соблюдать пост и так далее, как выплачивать закат, мы к кому обращаемся? Обращаемся к специалистам по фикхе, потому что они этой области специалисты, они лучше других его знают. И если мы нуждаемся в совете, в знаниях о способе заполнения сердца любовью к Аллаху Та'ала, мы должны обращаться к специалистам этой области. А это аль-тасавуф, это шейхи тариқат. Это так принято с самых первых веков ислама. Вот наша религия, мы все знаем, состоит из трех частей. Это иман, ислам и ихсан. Это мы везде говорим и все знаем об этом, альхамдулиллах. И вот этот ихсан, ихсан это поклонение Аллаху Та'ала так, как будто бы ты ее видишь. То есть поклонение туда входит не только стоять на коврике, а вести себя так во всей повседневной жизни, во всех взаимоотношениях, в семье, в обществе, с соседями, с друзьями, в торговле, во всех сферах нашей жизни, соответственно предписаниям шариата. Вот это является ихсан. «Антабуда раббака каанака тара». Чтобы ты Аллаху Та'ала служил, как будто бы ты ее видишь. Вот это является ихсан. И, как мы уже отметили, для того, чтобы человек знал, как верит Аллаху Та'аля, ему необходим акида, илм акиды. И как для того, чтобы знать, как поклоняться Аллаху Та'аля в намазе, посте и так далее, ему необходимы фикхи. Точно так же для того, чтобы у него была искренность, чтобы его сердце было любовь к Аллаху Та'аля, чтобы он заполнил эту любовь в свое сердце, ему необходим ихсан, а ихсан достигается посредством тариқат. Тариқат – это арабское слово «путь», «тариқ» – «путь», то есть пути, которые приводят тебя к ихсану, искренности. Точно так же, как это мазхаби, четыре мазхаба нашей религии. Это пути, которые приводят тебя к правильному пониманию шариата. Поэтому этот тариқат – это путь, который учит тебя, как заполнять твое сердце любовью к Аллаху Та'аля. А любовь к Аллаху Та'ала – это необходимое условие, чтобы ты не перешагивал. Когда мы говорим «ты», мы говорим о каждом мусульманине, о мусульманине, любой из нас. Чтобы мы не перешагивали через границы шариата, нам необходимо заполнять сердце любовь к Аллаху Та'ала. Вот некоторые говорят, а нельзя ли этим заниматься самостоятельно, без поступления в путь ариқат? Конечно же, можно. Почему нельзя? Потому что
Вот это все не придуманный кем-то путь. Это путь, который для нас оставил Пророк, алейхиссалату вассалам, в Куране и в Сунне. Поэтому можно заниматься самостоятельно, почему бы и нет. Но об этом алимы говорят, когда ты сам занимаешься очищением своего сердца, когда ты сам занимаешься заполнением через зикры твое сердце любовью к Аллаху Тааля, это будет долго, это будет трудно, и там есть опасность, что тебя шайтан ведет в заблуждение. Потому что они говорят, тот человек, у которого нет шейха, его шейхом является шайтан. Это люди некоторые не так понимают. Говорят, посмотрите, что они говорят. Но если вот этот вопрос вникать, на самом деле это так. Потому что шайтан имеет власть над нашим сердцем. Имеет. Аллах Тааля его таким сотворил. Он может на нас воздействовать. Он может для нас подкидывать какие-то такие пакости, которые мы даже не замечаем. Например, человек совершает намаз. Это же хотя бы, ну, на вид же поклонение Аллаху Тааля. Это хорошее деяние. Но в этом намазе шайтан ему подкидывает, чтобы он при входе кого-то, какого-то человека, чтобы этот намаз он более украсил, более делал долгим, на руку'е суждал, чтобы он долго задержался, чтобы он читал красиво. То есть, вроде бы внешне хорошие вещи он делает, но намерения плохие. Шайтан ему такие намерения подкидывает, и его вот это поклонение становится бесполезным. Получается, кто стал его шейхом? Шайтан же стал. То есть шайтан его направляет туда, куда ему выгодно, куда ему нужно. Вот это имеется в виду под этими словами. А когда у человека шейх, который учился у другого шейха, он знает эти тонкости и пакости шайтана, и вот так это его сенсиля доходит до Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вот это ему облегчает муриду путь, укорачивает. Потому что есть учитель, который ему это ему показывает, подсказывает, направляет. На примере больного человека, у которого тело больное. Когда тело больное, мы что делаем? Обращаемся к врачам, правильно? В больницу идем. Почему? Потому что самолечение опасно, чревато последствиями. Потому что каждое лекарство имеет свойство не только полезное, но и побочный эффект у него имеется. Если мы, не зная свойства своей болезни, не зная состояние своего тела, не зная свойства и побочный эффект этого лекарства, будем заниматься самолечением, мы можем себя погубить. И мы ищем из этих врачей самых лучших. И то же самое тасавуф, то же самое богослужение. Как необходим учитель фикхи, то же самое необходим учитель и тасавуф. Поэтому, наличие вот этого муршида, вот идти по пути тариката, это облегчение вот этой пути. Вот для чего? Цель какая преследуется тарикатом? Какая цель преследуется посредством тариката? Эта цель — это достижение ихсана, достижение искренности в религии, достижение вот постоянного вот такого чувства контроля Аллаху Тааля за тобой. Вот это цель арикат. То есть арикат поступает для того, чтобы ты эту цель достигал. И какую пользу получает человек от арикат? Когда человек поступает арикат, от него такая польза. Его богослужение, его деяния становятся чистыми, искренними, ради Аллаху Тааля, за который Аллаху Тааля его по своей милости вознаградить. Вот это является пользой тариката. А его условия какие? Условиями является, чтобы тарикат был исходящим от Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, соответствующим полностью Курану и Сунне. То, что противоречит Курану и Сунне, не является путем, приводящим к познанию Аллаху Тааля. Все, что противоречит шариату, все, что противоречит сунне, Курану и сунне, это не является приближающим к ихласу и ихсану. Поэтому главное условие, чтобы тарикат был соответствующим Курану и сунне. И чтобы человек, который тебя учит этому тарикату, сам этому обучался у такого же шейха, и у которого санад, передача вот этих знаний доходит до Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, тоже является условием. И чтобы он имел разрешение на обучение. Потому что раньше, для того, чтобы человек вышел сюда к джамаату и преподавал им урок,
необходимо было разрешение от учителя. Мы говорим об этих шариатских науках. То есть, когда учитель видел, что ученик достиг каких-то уровней в знаниях, и что он видит, что он уже достоин быть учителем, он ему говорил, теперь ты имеешь право проповедовать, учить людей, доносить до них знания. Вот точно так же, тарикате, учитель разрешает ученику вот, обучать других, наставлять других, тоже является условием этого тариката. Поскольку здесь у нас регламент 15-20 минут, у них 15 минут уже прошло, мы коротко и нашим шейхе Саида Афани тоже пару слов скажем. Вот, наверное, среди вас очень много людей, которые приходили к этому человеку, заходили в его дом. Если вам не удобно, если вам удобно, поднимайте, пожалуйста, руки, кто был у него? Кто был? Альхамдулилля. Можете опустить руки. Теперь вопрос. Человек может притвораться хорошим. Притвораться может. Вот я могу целый день выдать себя за хорошего человека. Ебать не делает, не клеветает, запретно не делает. Все время быть таким, ну, красавчиком, да? Один день могу. Может и второй день, но третий день я спотыкаюсь. Потому что это не нрав. Это я просто притворяюсь. Я забываю, что я притворяюсь, и уже делаю, показываю себя таким, каким я есть. Правильно? Это ведь так? А вот вы все приходили к Саида Афанди Кудусаласиру. Каждый не вместе, а каждый разные дни. Один сегодня, другой завтра, третий послезавтра. И каждый из вас его каким видел? Видели ли вы Саида Афанди, делающим рибат? Видели ли вы Саида Афанди, призывающим вас к наркотикам и другим плохим вещам? Видели ли вы хоть один из вас, который призывал, чтобы Саида Афанди призывал к насилию, без справедливости, чтобы он призывал к каким-то таким порицаемым, неприятным вещам? Вы каким ее видели? Я уверен, что видели вы его призывающим к Аллаху. Учащим поминать Аллаху Та'аля. Как мы уже говорили, для того, чтобы ваши сердца заполнялись любовью к Аллаху Та'аля. Ведь правильно я говорю, вы же это видели у Саида Афанди. Вы же свидетели этому. И больше что надо говорить об человеке, который, вот это столько людей здесь, и они каждый день приходили разные, получается, в течение всего года, ни один день, ни два дня, ни три дня, а в течение всего года человек делает одно и то же. Это разве может быть притворством? Нет, невозможно. Человек не может притворяться всю свою жизнь. Вот вы свидетели, что Саид Афанди именно был таким человеком, который учил людей заполнять свое сердце Аллахом. Я еще добавлю. После того, как вы уходили, после асра, обычно не принимали, вот я свидетель, живой, каким был график его оставшего дня и ночи? Вот его книги, которые написаны за короткий срок, и при той нагрузке, которую он имел. Вот еще вопрос к вам. Когда вы приходили, часто ли было, что вы прямо заходили к нему? Или вам приходилось ждать очереди? Ждать приходилось? Поднимайте руки, кому приходилось ждать? Почти всем приходилось ждать. Это означает, что с утра и до завершения приема целый день его дом был полон муридов. То есть все время там были люди. У него не было времени заниматься другим, кроме вот именно вот призывом к Аллаху, обучению дикра, наставлению на правильный путь, насихату, вот, даванию вирдов и так далее. Вот остальное время вот человек с 9 часов до асра занимается столькими людьми. Вы это представляете себе, какая трудность, это какая нагрузка? Вы представьте себе, что вы каждый день принимаете трех людей. Вам это не надоест? Конечно, будет трудно. Это очень трудно. Но вместе с этой нагрузкой, с этим потоком людей, он еще находил время на написание книг. Эти же книги то же самое заполняют наши сердца любовью к Аллаху Та'ала и к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям. Разве не так?
о гибете там написано, о сквернословии написано, о халале, о храме написано. То есть все, что необходимо для мусульманина, он написал в этой книге, находя время после вот этого всей нагрузки. И я свидетель, что каждый день, зимой и летом, час ночи он вставал. И с этого начинался его вот ибадат Аллаху Та'аля. Что это было, что до этого я не знаю, потому что свет был выключен. У его окна свет не горел. Уже с этого свет включался и начинался его вот это уже поклонение своему Создателю Аллаху Та'аля. Это не один день, это каждый день. Это вся его жизнь такая была. Поэтому мы для чего это говорим? Не восхваляя его. Аллах Та'аля его восхвалил, сделал шахидом и поднял на этот уровень. Аллах его восхвалил. У нас нет для этого необходимости. Мы это говорим для того, чтобы понимать, кто такие шейхи тарикат, для чего они нужны и к чему они призывают. И я рад, что у вас столько людей, и уверен, что 10 раз, еще 20 раз больше, чем вы людей в разных концах Дагестана этому же светили, он призывал к добру, он призывал к поклонению, искренности, к миру. Он не различал между людей. Среди вас есть люди разных национальностей, которые были у него. Он сам говорит, даже если англичанин придет ко мне, для него мои двери открыты. Поэтому Саид Афанди был таким символом мира, символом объединения, символом братства, символом богослужения и поминания Аллаха Та'аля. На этом я завершаю. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы являемся из тех людей, которые любят, которые говорят, которые следуют и стараются делать то, к чему они призывают. То есть призывают нас, наши шейхи тариката. Дорогие братья, как-то раз встречается на Сафа два Абдуллаха. Абдуллах ибн Амр и Абдуллах ибн Умар. И через некоторое время Абдуллах ибн Амр продолжает свое движение, оставив Абдуллах ибн Умара плакать. У него спрашивают: «О, Абдуллах, что заставляет тебя плакать? Почему мы видим тебя в таком состоянии?» Он говорит, этот говорит, имея в виду Абдуллах ибн Амра, утверждает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что он слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Человек, у которого в сердце будет гордыня, с размером зернышка горчицы, этот человек, его, говорит, бросят в ад лицом». И сегодня в сердцах, в наших сердцах тоже она есть. И альхамдулиллах, что Всевышний Аллах дает нам наставники, шейхи тарикатов, которые учат нас, как избавиться от этой гордыни. Иншаллах, рахман, худо бедно, но мы стараемся. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья, уважаемые сестры, пусть Всевышний Аллах примет этот наш сегодняшний маджлис и пусть Аллах сделает каждый наш шаг, который мы сделали на этот маджлис, причиной для возвышения нашей степени в раю. Уважаемые братья, здесь Садуя Мухаммад Расул, помощник муфтия, затрагивал такой очень трагический, скажем, явление, трагическое наркомания. И одним из причин, методов борьбы с наркоманией, устранение этого явления, он говорил, это знание. На самом деле, уважаемые братья и сестры, я хотел бы вот чуть более подробно остановиться на этом, рассказать о важности ильму, приобретения исламских, шариатских, религиозных знаний. На самом деле, это защита ильму, знание — это защита не только от
наркомании, уважаемые братья и сестры, это защита от всего плохого, от всех дурных явлений, качеств, от всего разврата. Это причина, знание – это причина получения счастья на этом и на том свете. И ценность, и важность, и достоинство приобретения знаний, уважаемые братья и сестры, это никому не является секретом. Это не является секретом ни для ученых, не ученых. И все это знают, и умные, и глупые даже знают, что знание имеет ценность. Даже глупец, человек, который ничего не знает, если что-то узнал, он радуется из-за того, что он понимает, насколько большое достоинством и хорошим качеством является это знание. Поэтому, уважаемые братья и сестры, это знание никогда не бывает много. Чем больше, тем лучше. Это такое качество, к которому мы должны всегда стремиться. Даже посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах говорит: «Вакуль Рабби зидни ильма». То есть Всевышний Аллах говорит: «Скажи, о Мухаммад, проси, чтобы Аллах увеличил твои знания». То есть мы все знаем, уважаемые братья и сестры, что самый знающий, самый богобоязненный человеком из всех людей является посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это тот, кто нас научил всему, вот, что мы вот знаем о религии. Но, несмотря на это, даже ему Всевышний Аллах говорит, чтобы еще больше стремился к знаниям. Поэтому, если даже пророк, вообще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, жизнь с подвижником полностью, можно сказать, была посвящена знаниям. Их образ жизни – это было получение знаний. Они всегда, каждую минуту, каждое посещение мечети, каждая встреча с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, для них было маджлисул ильми. Не так, как у нас сейчас, мы там неделю один раз, там месяц один раз собираемся и что-то получаем о знании. У них вся жизнь вот была посвящена как раз-таки приобретению знаний, уважаемые братья и сестры. И о достоинстве и ценности знаний, уважаемые братья, очень много есть аятов, хадисов. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Куль халь ястави ллазина яъламуна валлазина ла яъламун». Скажи, о Мухаммад, разве будут одинаковы, равняться друг другу, знающие и незнающие? То есть это риторический вопрос? Конечно же, нет. Знающие люди – это намного выше степени перед Аллахом. И насколько вот праведные предшественники, уважаемые братья и сестры, уделяли внимание приобретению знаний, вот, в качестве примера приведу один такой случай. Однажды, говорит, Абу Дарда, радиаллаху анху, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда находился в Дамаске, к нему пришел один мужчина из Медины, для того узнал, что у него есть какой-то хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что Абу Дарда, он для того, чтобы Абу Дарда услышит один хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда Абу Дарда его спросил, для чего ты пришел, он сказал, вот своя цель, он когда рассказал, Абу Дарда удивился и говорит: может, у тебя была другая нужда, другая проблема, из-за которой ты приехал. Нет, говорит, именно для этого пришел я, он ответил. Может, ты для торговли приехал, опять спрашивает он Абу Дарда этого человека. Нет, говорит, этот человек, и я пришел услышать вот этот хадис. И Абу Дарда, радиаллаху анху, очень одобрил этот его поступок и рассказал ему то, что слышал от пророка, в хадисе пророка о ценности, достоинстве и звании. И Абу Дарда говорит, пророк говорит, сказал: «Тот, кто вступит в путь изучения, ман салака тариқан яльтамис фихи ильман, сахара Аллаху тариқан иля джанна». Тот, кто вступит
путь изучения ильму, Всевышний Аллах говорит ему, облегчит путь, дорогу в рай. Потом, что, да, также он добавил, что ученые, говорит, это наследники пророков, ученым да, будут просить прощения все, что, все творение, даже вот все, все, кто находится на небесах, на земле, даже рыба в воде, рыбы в воде, даже они, говорит, будут молить, просить Аллаха прощения ученым людям. Настолько большой вот ценность, достоинство имеет в ильму и ахлю-ильми, ученые. И посмотри, обратите внимание, уважаемые братья и сестры, вот человек из Медины приехал, отправился в Дамаск, где вот расстояние около тысячи или более тысячи километров, для того, чтобы услышать один хадис. И сколько мы хадисов вот, слышим, узнаем, когда мы вот, посещаем вот такие мероприятия. Пусть Всевышний Аллах примет. И человека, уважаемые братья и сестры, выделяет от остального творения, то, что выделяет человека, его особенность, это есть ильму. Если человек не будет стремиться к ильму, он, этот человек может опускаться ниже даже вот животных и неодушевленных предметов. Поскольку, уважаемый брат, этот маджилис посвящен Саиду Афанди, Куддиса сирруху, на самом деле Саид Афанди, то, что одним из таких важнейших моментов, на которого уделял внимание, к которому призывал, делал акцент Саид Афанди, это как раз таки был распространение ильму. И примером этому служит вот Исламский институт, учебное заведение, который расположен в селении Чиркей. Саид Афанди не только это, но и всем вот исламским учебным заведением, которые расположены по республике, имеет прямое или косвенное отношение. Он всегда и при коммунизме, и при СССР, после развала СССР, всегда уделял этому внимание, всегда помогал им, поддерживал их, вдохновлял наших ученых, чтобы они обучали муталимов. И поэтому, уважаемые братья и сестры, каждый из нас, несмотря на свой возраст, на свое занятие, чем-то там, на работу, как-то должны мы постоянно стараться получать знания. Альхамдулиллах, на сегодняшний день муфтиятам республики предоставляется очень много разных возможностей для этого. Это можно вот, этот человек может получить знания, посетив вот такие мероприятия, маджлис ильма. Человек может ходить на вечерние курсы, отправлять своих детей в исламские учебные заведения. То, что раньше не было, очень много таких возможностей Всевышний Аллах нам предоставил. И мы, несмотря на свой возраст, мы должны, каждый из нас, должны воспользоваться этим ниматом, и чтобы Всевышний Аллах не лишил нас от этого, как были лишены от этого наши предки буквально 30, 40, 50 лет тому назад. И знание, уважаемые братья, это пища для наших душей. Подобно тому, как еда является питанием для тела, а знание, вот религиозные знания, духовные знания, является питанием для наших душ. И человек, который не получает знания, его душа погибает. Поэтому, подобно тому, как вот мы нуждаемся в пище и нуждаемся в знаниях. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, в своем хадисе говорит: «Куллю яумин ла аздагу фихи ильман юкарибуни иля Аллахи, фаля бурика ли фи шамси залика льяумин». Каждый день, в котором не будут увеличиваться мои знания, которые приближают меня к Аллаху, «Фаля бурика ли фи шамси залика льяумин». Пусть не будет бараката в этом дне, в наступлении этого дня, в восходе солнца этого дня.
Или это дуа пророк делает так, пусть будет не баракат, пусть не будет бараката в этот день. Или пророк рассказывает, это говорит, что этот день для этого человека является безбаракатным. Поэтому, вот видите, здесь пророк на какой-то определенной категории людей не указывает. Там молодой, не молодой, потом время есть, нет, или старый, занятый, не занятый. Каждый пророк о себе говорит это. И поэтому каждый из нас, уважаемые братья и сестры, должны максимально вот стараться хоть чуть-чуть каждый день получить какие-то знания. То есть узнавать свою религию. И пусть Всевышний Аллах, уважаемые братья и сестры, сделает этот маджлис как раз таки причиной, чтобы у нас Аллах дал нам полезные знания. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, для нас выступил Мухаммад Ариф, сын великого ученого Дагестана, шахида Кура Мухаммад Хаджи, рахимахуллах, о котором Саид Афанди Куддиса сирру говорил: Кура Мухаммад — это тот человек, которого я стесняюсь. И не всегда человек бывает нужен, но если спросить, в нужном месте нашелся ли, в Аллахе нашелся, говорит Кура Мухаммад, в нужном месте. Да не лишит нас Всевышний Аллах их заступничества и бараката. Как здесь говорили о ильму, хочу обратиться к вам, дорогие братья. У нас здесь рядом прекрасный корпус медресе. Здесь круглосуточно, можно сказать, находится муаллим. У нас летние курсы дал хороший эффект. И чтобы эти дети, они не забыли то, что они... То есть, чтобы это на полпути не осталось, то, что они начали. Здесь работают муаллимы. Можно любое время обратиться, договориться с муаллимом и любое удобное время подойти и продолжить то, что они начали на летних курсах. И, дорогие братья, у нас, как здесь было отмечено, очень много возможностей есть получить знания. Пусть Всевышний нам в этом поможет. И в конце хочу предоставить слово председателю совета имамов Буйнакского района Османову Шамилю. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. уважаемые братья. الحمد لله. Что Аллах нас сегодня тут собрал, и много полезного было сказано. Да поможет нам Всевышний Аллах следовать всему сказанному. Знаете, уважаемые братья, когда неверующие из Мекки обратились к пророку, алейхиссалату вассалам, говоря, что если тебе нужно главенство, мы тебе главенство дадим. Имущество нужно, имущество тоже дадим. Знатная семья нужна, любая семья тебе свою дочь тоже дадут. Имущество нужно, тоже соберем тебе, дадим. Просто прекратите этот призыв исламу, твоему религии. Он сказал, если вы даже придете солнце в одни руки, луной в другие, я не перестану этого делать. Знаете, все то, что делается ради Аллаха, способен только остановить сам Аллах, субхана ва тааля. Люди его не остановят. Говоря о Саиде Афанди Куддиса сирру, его тоже ничто не остановило. До сих пор работает. Ушедшие из жизни наши шахиды по сегодняшний день собирают нас тут. Никто этого не остановит. И, конечно, альхамдулиллах, мы их не потеряли. Их потеряли те, кто их не узнали. А мы хотя бы частичку узнали о них, увидели их и последовали, альхамдулиллах, по верим в своей возможности. Знаете, однажды пророку, алейхиссалату вассалам, Абу Бакр говорит, сюда пришли знатные люди из Шиибана, давайте им предложим защитить нас от неверующих. Они подошли. Там был Мусанна ибн Хариса аш-Шейбани и два его друга. Пророк ему рассказал про ислам. Те двое отказались,
А Мусанна сказал: «Я от арабов тебя защищу, воевать буду за тебя. Но от византийцев и персов защищать тебя я не смогу. С этим условием я приму тебя». Пророк отказался, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: «Наполовину я ничего не принимаю». На что пророк, алейхиссалату вассалям, ему сказал, он говорит: «Ля якуму бихаза дини илля ман ахата бихи биджамми'и джаваниби». Не выстоит эту религию, кроме тот человек, который понял его всесторонно. Вы, наверное, помните, что Саида фанди Кудисиру не раз и много повторял нам с вами, говоря, что нам нужно распространять в людях понятие об этой религии. Ибо не поняв и не знав религию, соблюдать невозможно. Невозможно. Так что религия нужно приобрести и понять. И когда мы его поймем, мы ни за что его не отдадим, уважаемые братья. Потому что наши предки жизни отдавали за нее. Потому что они знали и представляли и поняли, чем является религия. Ибо она самая ценная, что человек застал в своей жизни. Знаете, следование человека в религии бывает в мере знаний и в мере его понятия этой религии. А, конечно, следовательно, человек должен изучить, чтобы его понять. И из этого числа является веление о добром и запрета от плохого. Я, конечно, такой вот, можно сказать, неприятный для мужской части сегодняшнего маджлиса подготовил такой вопрос. Как вы думаете, если наши сестры будут воевать против харама, который мы с вами делаем, или же будут стараться, чтобы мы с вами изучили свою религию, настолько, насколько они воюют против многоженства, сколько у нас ученых будет? Уверяю вас, если они столько стараний приложат, чтобы в обществе харама не было, адати не работали, чтобы мы с вами ильму читали, столько, сколько они воюют против многоженства, которое Аллах дозволил и пророк, алейхиссалам, делал, против халала. Если они столько поработают против харама, уверяю вас, ведь явление многоженства уже как харам же стал в нашей обществе из-за того, что они этого не хотят. Я думаю, что харам еще больше исчезнет в нашей обществе. У меня просьба к нашим сестрам. Поработайте, пожалуйста, в этом плане. Зная то, что пророк, алейхиссалату вассалям, и Всевышний Аллах защищать хотели нашу с вами веру и сердца, и хотели пригласить нас с вами в рай. Знаете, уважаемые братья, веление о добрейме, запрет от плохого, она иногда, можно сказать, грубо слышится некоторым из нас. Запрет, веление, наказание, уважаемые братья, это путь, приложенный в рай. Между велением и запретом путь проложен в рай. Обратите внимание на то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, это сура Тауба, 71 аяте. Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, вальмуминуна вальмуминату, баъдухум аулияу баъзи». Верующие мужчины и женщины, они друг другу в одном деле взаимопонимают, взаимопомощи друг другу. Здесь Аллах не отличил мужчин от женщин. Обратите внимание на то, что потом Аллах продолжает говорить. «Ямуруна биль маруфи ва янхауна аниль мункари». Они целиком, общим, женщины и мужчины, повелевают одобряемым и запрещают от плохого. Качество мумина Всевышний Аллах посчитал до судного дня и навечно, что он всегда велит хорошим и запрещает от плохого. Он же сказал: верующие мужчины и верующие женщины. Ну, если такой, можно сказать, неприятному вопросу задаться: если этого качества у нас с вами не будет, то кто мы такие?
Если Всевышний Аллах приписывает и описывает мусульман, что они люди, которые повелевают одобряемым и запрещают от запретного, то если это качество потерят, кем мы с вами становимся? Знаете, как можно пренебрегать велением Всевышнего Аллаха и Пророка, алейхиссалату вассалам, в то время, когда мы не пренебрегаем мнением простых людей? Вот заслужить мнение людей — много чего делается в нашем обществе. И даже расходуют имущество, и даже в долг берут, расходуют, чтобы заслужить мнение людей. Иногда одеваются даже по моде, чтобы оценивали тебя по одежде. Неужели Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не заслуживает такого хотя бы внимания от нас с вами? Мы религии на что поменяли? Знаете, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, конечно, обязал нас с вами и не отличил женщин от мужчин. И не считайте, что это функция ученого или же алима, или же простых людей это не касается, или же женщин не касается. Ну хорошо, не все ли мы, или же все ли мы оставляем то, что нас не касается, уважаемые братья и сестры? Кормить семью, содержать семью — это не обязательность наших сестер. Это функция мужчин. Но, к большому сожалению, приходится, наверное, нашим сестрам на эту функцию на себя взять и выезжают в другие страны, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Содержать семью — даже женщины работают иногда. Но это же не их функция. Но хотя бы настолько же можно на себя взять веление одобрения и запрета от плохого. Размеры хотя бы мирской жизни же можно, религиозную функцию тоже взять на себя, если мы его считаем, что не нашей функцией. Зачем в одни плечи имама оставить эту функцию? Но много чего же делается, которое нас не касается, из-за того, что мы хотим его делать. Ну давайте тогда возьмемся в таком же пропорциональном отношении и в религиозном плане. Знаете, иногда вот такой оценка бывает, можно сказать, провести параллели. Человек, если не побоится Аллаха Субханаху ва Тааля, он обязательно чего-то другого побоится. Он так проживет свою жизнь. А если он не полюбит Аллаха, не сможет полюбить Аллаха больше всего и Пророка, алейхиссалату вассалам, он обязательно чего-то другого полюбит и так проживет свою жизнь. И вот почему говорится, что человек бывает покорен тому, чего он полюбил. А вот сейчас, если оценить нас с вами, насколько мы покорны Аллаху, настолько мы его любим, Субхана ва Тааля. И настолько мы любим Пророка, алейхиссалату вассалам. А Пророк поставил перед нами весы. Он сказал: вы будете с теми, кого вы полюбили. Так с кем же мы в итоге будем? С чем мы окажемся в судный день? Но если вот так до конца пойти, уважаемые братья, если даже мы останемся со своими детьми любимыми, с женами, с сестрами, ну мы все люди вместе останутся, но без Пророка. То стоит ли это чего-то? А если ты все потеряешь, но не Пророка и Аллаха, ты же все приобрел. Знаете, уважаемые братья, вот самое стоящее, чего нам взять в себе, приписать себе, это сказано в религии. Просто нам нужно, да, как прежние имамы, воевать не надо. Уезжать, оставляя родину, тоже не надо. Просто вот свою, можно сказать, лень отбросить и поработать. Все. И какие-то свои амбиции. Уважаемые братья, на каких языках говорят наши с вами сердца? Давайте на этом языке будем жить. Ведь никто не говорит на аварском языке здесь. Ни на кумыкском, ни на даргинском.
Вот давайте будем жить так, как здесь они находятся перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Давайте не будем поддаваться внешности. Мы же с вами говорим, человек, который из-за внешности делает ибадат, он в ширк падает. Он соучаствие в ибадате другому чему-то дает. Давайте не дадим этого. Давайте здесь этих границ не оставим, уважаемые братья. Если мы с вами, вот смотрите, сколько у нас здесь сегодня. Наверное, некоторые могут подумать, а что же мы с вами решим, малое количество людей относительно 3 миллионов, которые вне этой мечети живут. Уверяю вас, мы можем многое решить. Почему? Посмотрите. Если я примерно, мой вес составляет 90 килограммов, всего лишь 300 граммов сердца обеспечивает мое тело кровью. Относительный вес сколько представляет? 300-600 граммов от силы пускай будет, я не знаю сколько, весит сердце, но она оживляет целиком 90 килограммов. А если мы относительно вас по Дагестану взять, это все равно, что как сердце относительно тела. Если мы с вами поработаем ради Аллаха, в Аллахе мы много чего решим, уважаемые братья. Нам просто надо многое, то, что мы делаем не ради Аллаха, отбросить и посмотреть друг другу в лицо, как братья. Давайте еще обратим внимание на такой аят, который Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам с вами говорит. Иногда в нашей обществе находятся люди, которые верят не одобряемым, а обратно, плохим. Если этому, что говорится в Коране, конечно, есть. Посмотрите, это сура Тауба, 67 аяте Всевышний Аллах говорит, Субханаху ва Тааля. Он сказал, Бисмиллахир Рахманир Рахим, «Валь мунафикуна валь мунафикату баъдзухум мин баъдз». Эти лицемеры, они говорят, частью всегда бывают, и вместе они работают. Посмотрите, что они делают. Да поможет нам с вами Всевышний Аллах не оказаться в этой числе. Аллах говорит, «Ямуруна биль мункари ва янхауна анил маруф». Они говорят, велят другим людям плохим, худшими качествами, велят другим, чтобы они этого делали. И запрещают от хорошего. Эй, не здоровайся с этим, он такой-то. Эй, оставь такого, она такая. Вот видите, вот это же есть то, что здесь в этом аяте говорится, уважаемые братья. И когда пророка спросили, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, этот хадис передает ат-Табарани рахматуллахи алейхи, он говорит, когда пророка спросили, кто является лучшими из людей на этом свете, пророк отвечает вот как. Он сказал, «Ман амара бин маруфи ва наха анил мункари». Человек, который повелевает одобрением и запрещает от плохого, лучшие из людей. Потом посмотрите, пророк что говорит? Какой статус приписывает сам пророк, алейхиссалату вассалам, этому человеку? Обратите внимание, уверяю вас, каждый из вас на это способен. Не думайте, что для этого нужно большие знания. Нет, братья. Хорошее и плохое, как Абдулла Хаджи сказал, мы знаем. Мы знаем. Просто посмотрите, что пророк, алейхиссалату вассалам, приписал этому человеку. Он сказал, кто велит хорошим и запрещает от плохого, халифатуллахи филь арзи, он наместник Аллаха на этой земле. Ва халифату расулихи, наместник пророка на этой земле. Ва халифату китабихи, и наместник книги Всевышнего Аллаха на этой земле. Так на что же мы поменяли этот статус, уважаемые братья? Мы, когда задается вопрос, мы куда идем, наше общество, что с нами происходит? Уважаемые братья, я отвечаю, уже давно стало. В будущем времени этот вопрос не задавайте, братья. Что же станет, что будет с нами? Уже стало, уважаемые братья, что-то с нами очень страшное. Знаете почему? Давайте предложите любому из нас, закройте телефон и 2 недели без телефона обойтись. Трудно будет очень. Но наши же Коран дома, Корани дома лежат, 2 недели не открываются же. Что с нами стало?
Или же еще худшее должно что-то стать? Всевышний Аллах, говоря нам с вами, Субхана ва Тааля, Он сказал, «Валакад каррана бани Адама, я возвеличил рода человека». Это означает, «Я люблю вас», говорит Аллах, к нам с вами обращаясь. Вот это написано в Коране, обращаясь к нам с вами, уважаемые братья. А если любому из нас вот такую записку даст другой человек, себе подобный, и там написал, что «я люблю тебя» и на другом языке, я же спать не буду, кроме как перевожу это письмо, что же она или же он хочет мне сказать? Но к нам с вами Всевышний Аллах обратился в Коране, любовью к нам с вами, и кто из нас старается его понять? Где интерес к любви Аллаха? А где взаимность к любви Аллаха? В то время, когда мы упрекаем другого из-за отсутствия взаимности любви, так когда мы сами себя будем упрекать за то, что мы недостаточно любим Аллаха, взаимности того, что Он уже выявил свою любовь предначально, мы разве заслужили такой любви, чтобы Аллах сперва выразил любовь к нам с вами, а где взаимность? А потом, когда нас с вами просят, уважаемые братья, отправьте своих сыновей учить ильму, мы с вами говорим, на что он жить будет. А через некоторое время говорят, имамы хорошо живут. Но вот такой жизни мы приглашаем ваших сыновей. Пожалуйста, уважаемые братья, Аллахи, это жизнь наша, это очень скоротечная жизнь. Просто вот сейчас думаешь о тех годах, когда ты был в медресе, и теперь стоишь перед людьми, думаешь, неужели 20 лет так быстро пролетели? Но это не огорчает нисколько. Знаете почему? Потому что каждый прожитый день приближает нас с вами встречи пророка и Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. Да поможет нам с вами Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, прожить этот жизнь так, как будет нами с вами доволен Аллах и будет пророк Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, мы на самом деле и ожидали, можно сказать, что у нас только много вопросов будет. Очень много вопросов поступило, очень много интересных, актуальных, важных вопросов тоже поступило. Сейчас, если мы на все эти вопросы ответим, у нас это очень долго затянется. Но все равно попытаемся ответить на несколько ваших вопросов, а на остальные, иншаллах рахман, вы получите ответы. Приходя на уроки и через соцсетей, мы постараемся ответить на все эти вопросы. Вы задавайте вопросы. Человек, который задает вопрос, он обязательно получит знания, иншаллах рахман. Сейчас мы предоставим слово ответить на некоторые вопросы. Абдулла Хаджи Ацаев. Задает вопрос, как усовершенствовать работу, которую мы делаем. Что делать, когда во время работы приходят в сердце мысли о людских проблемах и о повседневных делах? Тут у нас один вопрос отвечал, я его не видел, говорили, что он олимпийский чемпион. Вот, и он, я хотел бы его спросить, что нужно делать для того, чтобы усовершенствовать тот вид спорта, который он достиг степени олимпийского чемпиона. Что для этого нужно делать? Я думаю, ответ будет, необходимо стараться его постоянно делать, чтобы все время на это потратил. Правильно же? Поэтому для того, чтобы усовершенствовать работу, необходимо его часто делать, чтобы постоянствовать на нем. Ведь работа – это, ты вспоминаешь, любит людей, которых Аллах любит, которые являются праведниками. Вот это является работа. Когда я вас спросил, кто был у Саида Афанди, вы все подняли руки. Вы вспомнили о нем? Вот это есть рабит. Поэтому для того, чтобы у нас рабит на какого-нибудь любимого Аллаха, валия, продолжалось,
необходимо в этом останавливаться и стараться. Поэтому я его делаю утром и вечером два раза в сутки, чтобы полностью его не забить. Второе условие, чтобы мы любили этого человека ради Аллаху Тааля. Если мы этого человека не любим, вспоминать о нем трудно. Того, кто любим, мы легко вспоминаем. Поэтому нам надо стараться любить тех, кто любили Аллаха и кого любит Аллаху Тааля. И это любовь ради Всевышнего Аллаха. Продолжение. Что приходят разные мысли во время рабита. Некоторые наши товарищи говорят, что рабита это плохо. Вот это вопрос, это не только вопрос, это каждый, кто любит рабита, делает для себя, испытывает. Я считаю признаком, что рабита является не запрещенным, не плохим, а наоборот, полезным для мусульманина, хорошим, нужным и необходимым. Почему? Потому что Иблис, шайтан, когда был проклят и был прогнан из рая, он взял на себя, дал обет, чтобы он закрывал для мусульман на пути, приближающие его к Аллаху Тааля. И вот этот шайтан, бросая наши сердца разные мысли во время рабита, нас от этого отвлекает. А когда мы вдруг представим себе красивую женщину и будем думать о ней, мы будем часами думать, правильно? Особенно молодые. Или же человек влюбился в какую-то иномарку машину, он часами может думать о нем, даже не забывая. Во время намаза он вспоминает, потому что шайтан это любит. Шайтан помогает, чтобы отвлекать от Аллаху Тааля. То, что человек во время рабита приходит на его голову разные мысли, это признак того, что шайтану это плохо делать рабита. Поэтому мы назло шайтану, чтобы его спина сломалась, чтобы хребет его сломалась, будем стараться делать рабита. Те люди, которые говорят, что рабита запрещается, посмотрят вверх сердца, чем они заняты в течение целого дня. И на что у них рабита постоянно. Я уверен, что они на благих благородных людей. Имам говорит, чтобы ходили на утренний намаз на джамаат, но не получается так ведь. Это тоже по той же теме, о которой мы говорили. Мы знаем, что джамаат намаз очень важен. Даже есть мазхаби, которые говорят, что это обязательно. Для соседа мечети дома намаз не получается, говорят они. Когда мы знаем, какую важность намаза, но мы его пропускаем, это что означает? Означает, что наше сердце не заполнено любовью к Аллаху Тааля, и мы, даже если кто-то не является похвальным, его не исполняем. Поэтому надо стараться заполнять свое сердце Аллахом посредством азкару, аврадов, поклонением, узором и так далее, тогда тебе это будет облегчено. Пропускание утреннего и ночного намаза для мати является признаком лицемерия. Если не любим Аллаху Тааля, то быть лицемерными мы себе не позволим. Это, конечно же, если есть причины, которые ему разрешают шариат провозглашать джамаат намаз, это не другой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как добиться узура намаза в вирдах. Вот этот аринат, он для этого делается, чтобы твое сердце наполнено узуром. Узур это что такое? Чтобы ты всегда Аллаха поминал, чтобы Аллаху Тааля, его имя было в твоем сердце. Для этого делается аринат. То же самое, вот Уран Аллаху Тааля говорит, что Аллах еще не рожит меня салята, да, амна, амна, качай, мукари. Намаз выдерживает, защищает от пагубных, не принимает по рецепту шариат и деяний. Но мы же это делаем, намаз совершаем, но и плохие поступки совершаем. Почему нас не сдерживает намаз от этого? Хотя это намаз, об этом Аллах в Коране говорит. Потому что мы его делаем не так, как полагается. То же самое, если мы делали бы зикру и аурады, как полагается, то, естественно, мы сможем узур, поэтому нам надо стараться делать тверди не одних руках четкий, другом телефон, а на самом деле, как Хасан Афанди, когда Саул Серегу описывает, вот так делают люди, соблюдая все подписания, тогда это будет, иншаллах, узуром.
Как часто нужно посвящать устаза? На самом деле, посвящение устаза – это посвящение врача. Когда больной видит себе необходимость посетить врача, когда его сердце начинает хромать, там бить ее меняется, ему необходимо посвящать врача. Часто или редко это зависимо от его состояния. То же самое, это посвящение устаза. Но в наше время к устазу приходит очень много людей, и если каждый мурид будет ему ходить так часто, у него время вообще хватит. Поэтому нам, муридам, необходимо посвящать устазу мысленно. Мысленно посвящение устаза тоже. Асанха не говорит, когда Салусирова, когда мурид вспоминает своего устаза, рухани устаза его посещает. Поэтому мурдам необходимо, когда у них необходимость устазе появляется, он чувствует в себе какие-то пороки, которые он не может поворот, он должен обратиться к устазу мысленно. Я вам приведу свой личный пример. Однажды у меня с одним братом получилась ссора. Ну, мы же люди, и человек нас каждый миг, каждый шаг одолеет. Поэтому не ссора была, просто разговор пошел, от которого у меня сердце к этому брату стало другим. Неприязнь получилась в сердце к этому брату. Я это не давал, не показывал, старался исправляться. Как бы не старался, я лично сам старался очень много, потому что я знаю, что такое фасад, что такое либо, что такое отношение, об этом книга написана. Но я не мог одолеть. Никак. С каждым днем это усилилось, уже такие допустимые черты приходили. И однажды у нас в Чирке, в мечети Гудео, был такой обычай, после утра намаза, отец подошел к Сулейману, у всех посетителей мечети, вот так брал руки, ну, здоровался и так приходил перед всеми. И когда он подошел ко мне, я мысленно к ним обратился, о, мой устаз, вот у меня сердце в таком состоянии, и у меня сердце к этому брату такое отношение, и я не могу его одолеть. Я сам старался, много старался, не получается. Помоги мне ответить, Гуляс. Я вас умоляю. Я с этой мечети не вижу, кроме как с чистым сердцем. Это я то, что на себе святал. Поэтому, Гамбрида, если у него такая необходимость, такая ситуация, как я описал, возникает, ему было бы хорошо посетить устаза ему рассказать. Потому что Гамбриду необходимо рассказать устазу такие состояния. Но, к сожалению, у нас только один раз в году возможность посетить устаза, поэтому вот можно и вот так. Прийти в мечеть на намаз устазу, и вот я, сидя рядом с ним, мысленно с ним обратиться. Вот я это на себе почувствовал, и мое сердце к этому брату стало как чистый лист. Вот это очень важный вопрос. Что делать, если сам того не зная и не замечая, человек совершает грибет? Посмотрите, какое горе. Это очень великое горе, когда человек настолько увлекся грибетом, что он даже не замечая его делает. Даже он это не желает, но делает. Это означает, что для него мясо своего брата стало очень вкусным. Его кровь он пьет с наслаждением. Это очень великое горе. Поэтому нам говорят, занимайте свои языки, уста поминанием Аллаху Тааля и свои сердца поминанием Аллаху Тааля, чтобы это все занимало место и не оставляло для ребят. Вот для этого нужен рекат. Для этого нужен частное поминание Аллаху. Основа всего, самое лучшее лечение для человека – это нахождение рядом с праведниками и поминание Аллаху Тааля в своем сердце. Для этого человека он не одинок, к сожалению. Вот этот человек не одинок. У него очень много товарищей, то есть мы с вами. Вот подумайте сами, вот трое собираются за чашку чая. О чем говорят? О четвертом либо делаем. Правильно? Вы себя не видите в этом ситуации? И вот, представьте, один из них выходит. Вот двое что делают, оставшиеся. А они, ребята, делают. Да, твоим товарищам, когда только что ты сидел, правильно? Ну, вы даже не будете отрицать, но это неправда, так и бывает. Поэтому, дорогие братья, гибад – это очень страшный грех. И для того, чтобы от него остерегаться, надо заниматься свои уста именно поминанием Аллаху Тааля, покаянием, салаватом на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, на сердце тем же самым. Я ответил таким образом, как я сам понимаю этот вопрос, если которые больше знающие, что давай, мы будем работать. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Сейчас, иншаллах, дорогие братья, еще без, как вы уже вы сами задали этот вопрос, как их без ответа оставить? Иншаллах, на несколько вопросов ответит и заместитель муфтия тоже. Время мало, постараюсь покороче ответить. Здесь несколько похожих вопросов задали, связанных с хиджабом. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Является ли сунной оголять ноги женщине при похоронах? Такой вопрос задали. Нет, конечно, это харам. Также вопрос, одеяние женщины, покрытое в хиджабе, но ноги оголенные без носков. Это, к сожалению, такая беда распространенная. Вот есть хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, имам Муслим передает, где говорится: «Синфани мин ахли нар лям арамма». Есть две категории обитателей ада, которых я не видел. И одна из этих категорий – «Нисаум каасиат наариат». Женщины одетые и раздетые. Вот эти женщины, они в рай не войдут и даже запах рая не почувствуют. И ученые говорят, это касается тех женщин, которые полностью не одеваются. И это на самом деле беда наших женщин, когда выходят на улицу, особенно летом, ноги открытые. Тоже похожий вопрос с хиджабом. Здесь говорится, объясните братьям, чтобы они контролировали своим жен, дочерей насчет хиджаба. Вот женщина, если выходит, да, полураздетая, это, конечно, в первую очередь она совершает грех харам. Но и ее муж, ее родители, они тоже за это будут отвечать. Женщина, если в ад идет, она же не только сама пойдет, она и заберет с собой и, значит, своего отца, своего мужа, брата и так далее. Также вопрос, если жена совершает грехи, например, не закрывает амрат, записывает ли эти грехи мужу? Конечно, если муж будет молчать и ничего не говорить, за это он тоже будет отвечать. Если муж все возможности, все способы, которые по шарате использовал, все возможные, и после этого он не смог, да, тогда за это ему не будет греха. Но я думаю, если мужчина все, что по шариату требуется, если все возможности он будет использовать, то, конечно, его жена будет закрыта. Как искупить долг, если потерял номер телефона человека и не знаешь его местоположение? Вот если мы кому-то оказались должны и нет никакой возможности ни его самого не можем найти, ни его наследников, тогда хотя бы можно вот эту сумму сделать садака на благотворительные цели, скажем, на постройку мостов, мечети, с намерением для этого человека, чтобы ему было вознаграждение в судный день. И последний вопрос. Можно ли разводиться по закону, сохраняя махар по шариату для получения от государства пособий? Это подобно тому, что можно ли обманным способом получить деньги? Примерно такой вопрос. Конечно, нельзя. Вообще все, любое имущество, которое мы обманным способом получаем, у него бараката никогда не будет. И пользы тоже не будет. А в судный день будет очень сильный отчет хисаб. Алхамдулиллях. Там забыл насчет либо-то. Давай надо. Когда человек, когда люди сидят в одном мазлисе, и они там делают либат, если они перед тем, как разойдутся, скажут слова, которые обучал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах освободит этот грех, либо если это не дошел до того человека. Если до него дошел, тогда надо у него прощения просить. Субханака Аллаху ва бихамдика, тогда и на ребята астагфируку ва атубу илейк. Если он вот эти слова сказали с намерением, как и покаяние за содеянный ливат, Аллах его прощает, если это не дошел до того мухтару. Пожалуйста, ответы. Дорогие братья, наше мероприятие, наш маджлис подошел к концу. Конечно, еще много вопросов, но слишком затянется, как я уже сказал. Посмотрите, на самом деле, когда здесь сказали, что кто был дома у Саида Фанди, поднимите руки, уже почти все подняли руки. Хвала Всевышнему Аллаху, мы счастливые люди, которым Всевышний Аллах дал такую возможность посетить такого человека. И
после того, как его не стало, собираться на маджлисы, где говорят о нем. И сегодня, дорогие братья, очень отрадно то, что сюда пришли такие большие алимы. Мы, можно сказать, их даже не приглашали, потому что не хотели их отвлекать от их дел. Но все-таки, когда они услышали, увидели информацию, сами же приехали, из Бербаша приехали, мы здесь видим, с Казаниша приехали. Очень много алимов, которые сегодня нас почтили своим присутствием здесь, на этом мероприятии, дорогие братья. Пусть Всевышний Аллах примет наш маджлис, и каждый шаг, который вы сделали сюда, пусть это станет искуплением грехов. Сайфулла Кади, Кудиса Сирху, дает такой совет. Пусть это слово «Я» исчезнет из вашего сознания. Дорогие братья, есть Всевышний Аллах, и мы, которых Он создал и назвал «Иннамаль муминуна ихва», братьями, которые Всевышний Аллах назвал. Нет никакого «Я», есть только мы. Пусть Всевышний Аллах нам поможет, чтобы в наших сознаниях не было этого слова «Я». Также, дорогие братья, хочу маленькое объявление. У нас здесь, вот вы пришли на маджлис, получили ильму, получили большой багаж знаний. Может, мы же не всех сюда привели. Может, у кого-то жена осталась дома, родители остались дома, дети остались дома. Чтобы без подарка домой не возвращаться, у нас здесь на территории мечети находятся книги, выпущенные муфтиатом Республики Дагестан. Обратите на это внимание. Можете взять как подарок для своих родных, близких. Также хочется сказать то, что Саид Афанди Куддиса сирруху говорил и нам завещал, чтобы мы читали один альхам и три кулху и салату аль-фатих и делали дуа. И дуа делать мы, дорогие братья, попросим отец шахидов, человек, который всегда, несмотря на свой возраст и состояние, который не пропускает такие маджлисы, Хас Мухаммад Хаджи, иншаллах рахман, он будет делать дуа, мы будем говорить амин. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم صل يا ربنا وسلم على جميع الانبياء والاولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين امين. Мы начали с вами,